Вот, а у нас, правда, игра в правду есть. Значит, из этого мешочка надо достать один камешек. Ну? Узнать, какого он цвета, и такого же цвета выбрать карточку, на которых написаны вопросы. Что сделать? Да, сперва достать камешек. Так, это камешек какого из цвета? Трех? Да, у какого цвета он? О. Непрозрачный. А прозрачный – это свободный вопрос, значит, я задам сам. На карточке нет такого вопроса. Я хотел узнать, каким образом прям под наш диванчик подобран пиджак, рубашка и туфли. Да. Скажем? Да. Еще 3 минуты есть? Две. Значит, ушла и Елена Образцова, да. Великая. Да. Она играла с нами в наших спектаклях, как Наташа Макарова, как ленинградская. Тоже артистка великая. Понимаешь? И а в театре Лермонтова всякое. Она болела. Финал известен. Я ей звоню и говорю: я тебя прошу, спой на открытие театра Сокольников то, что ты пела у нас в спектакле «Кур Товарищ». Она сказала: немедленно. Я говорю: через сколько ты будешь? Что мне одеть? Я говорю: юная, что развивай. Да? Она приехала. Канал «Культура», камеры, все стоит. Она пела так, ее аппарат и ее душевный выброс перед уходом миру был так силен. Она так не пела никогда. И вот сейчас я даю тебе финал. В спектакле «Федора», и я все это снял. Я снял из спектакля в театре «Сатир», где Олечка Аросева играла, я на тоже, увы, покойная. Ну, понимаешь, да. Ее тоже. Я все это потребовал сделать. И в конце спектакля Лена поет. А ребята ее ищут. Она никуда не ушла. Заходят туда, откуда она вышла, туда ушла. И вот на этом ожидании и благоговении, и благодарности за то, что она нас благословила. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».